Мы уже неоднократно рассказывали о семье Карых из Славянска на Кубани. Они постоянные участники различных конкурсов молодых семей. В их копилке уже есть немало побед. Не так давно они вернулись с очередными наградами. Подробнее в материале моих коллег. Виталий, Александра, а также их дочери Софья и Алиса представляли Краснодарский край и наш район на Всероссийском форуме молодых семей, который не так давно завершился в Костроме. Супруги Кары являются членами клуба «Счастливы вместе» комплексного молодежного центра «Континент». На форум они подготовили визитку о своей семье, с которой успешно и выступили. У нас была программа, построена с элементами фокусов из программы «Трюки с зонтами». То есть младшая сама показывала от маленького зонта, вот различные, так жена тоже и помогала в этом. А старшая, она уже выступала более с большими зонтами, и у ней был элемент трансформации. То есть это когда выходит девушка, допустим, в одном платье, конкретно, ну, к примеру, красного цвета, да, то происходит какой-то элемент, закрывается или там поднимается ширма, вот, и она меняется буквально за долю секунды уже в другом платье, то есть другого цвета. В конце мы стояли под большим зонтом, то есть позиционировав, что семья – это одно целое, и зонт – это, как в песне Стаса Михайлова, «Под зонтом у Бога». Также в рамках фестиваля семьи, а их было более 30, принимали участие в образовательных программах, дискуссионных площадках, в выставке народных ремесел, экскурсиях по городу Плёс, игре «Что, где, когда». Было много и развлекательных мероприятий, концерт Родиона Газманова, дискотеки, различные мастер-классы. Участие в фестивале оставило у семьи Карых только самые хорошие впечатления. Но самое главное, что 5 дней вся семья провела вместе, считает Александра. Самое главное, что мы все это время провели вместе со своей семьей на берегу Волги. Было немножко прохладно, погода чуть-чуть подвела, там у них лето никак не наступит. И из наших плюс 40 туда мы окунулись плюс 14. Куртки, свитера, все такое, но было весело, поэтому на это не обращали внимания. По итогам форума Виталий и Александра стали победителями Всероссийского фестиваля в номинации «За оригинальность формы популяризации семейных традиций и ценностей». Несколько лет назад семья Карых в составе клуба уже принимала участие в подобном конкурсе. Тогда славянский клуб занял 2-е место в России. Кроме того, Виталий, Александра и их дочери Софья и Алиса стали победителями краевого конкурса «Семья года 2017» в номинации «Молодая семья», который прошел в Краснодаре 8 июля. Семья – самое главное, что есть в жизни каждого человека. И славянская семья Карых это в очередной раз подтвердила. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».